Всем привет! Сегодня у нас очередная реакция. Это самая популярная рекомендация. Если честно, я никогда не слышала об этом. Так что это будет моя первая реакция. И я так заинтригована еще до начала просмотра, потому что все твердят, что он самый лучший певец в мире. Ну, ладно. Я очень скептично к такому отношусь. Сейчас будет реакция. Не забываем про мою новую книгу. Ссылка будет под видео. Хорошее начало. Мягкий фальцет, отличный контроль. У него так много пространства в голосе. Он же начал так низко. И сейчас... Как же красиво. С головного голоса опять фальцет. Классно. А это уже полный голос. Как же много в нем пространства. Отличный резонанс. А это уже полный головной голос, как сопрано. Теперь это грудной голос. Мощная поддержка. Мне нравится, как он перемещается туда-сюда. А сейчас это такой узкий головной голос, как рок. Это просто прекрасно. Он так изящно нарастает. Интонация просто безупречна. Прекраснейший головной голос. Хорошо, давайте-ка поговорим об этом. У него такие безупречные переходы между всеми регистрами. И он знает, как пользоваться различными позициями голоса. Можно петь оперно очень открыто. То, что он и сделал до вот этого свиста. То есть он использует головной голос по-разному. Да и грудной голос туда же. И это создает такую звуковую палитру. Это же был свистковый тон. И это пауза. Интрига. Фальцет. Он так четко образует эти гласные звуки. Отличное звукоизвлечение. Все так четко звучит. Опять грудной голос. Такой небольшой вокальный фрай в начале. А теперь вниз. Полный головной голос, как тенор. А сейчас немного сжато. А тут уже смешанный голос. И в самый верх головного голоса. Это какие-то бесшовные переходы. Слышали это дыхание?
Как мне это нравится. Разумеется, его переходы безупречны. И когда он поет фальцетом, там есть воздух, но все под контролем. Он знает точно, когда его вокальные связки начинают колебаться. Поэтому нет вот этого момента, когда ничего не выходит. У него снайперский, точная дозировка, напряжение, давление воздуха и раскрытости. Я влюбилась в это. Молодой человек, вы превосходны. Мое почтение. Переходы, голосовая окраска — это что-то удивительное. Точно никогда не слышала такого от мужчины. Он настолько отточил все свои регистры. Он — это доказательство того, что можно петь различными красками, что можно петь и оперным стилем, и можно петь рок-стилем. Да он же тут и поп-стилем пел. Также, когда он поет, у него такое открытое дыхание. Я слышала, что он хорошо обучен. Он настоящий ботан, когда дело касается вокальной науки. Уверена, он репетировал это бесконечно, пока не довел это до совершенства. Спасибо вам всем за просмотр. Пусть на душе всегда будет песня. Не переставайте петь. Всем пока.